по реакции фигуристки. Да, неожиданно. Можно было понадеяться на баллы побольше. А тем временем на лед выходит Полина Цурская. Катается в группе у Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова. Выступит под саундтрек из «Игры престолов» «Light of the Seven» ирано-немецкого композитора Рамина Джавади. Если не ошибаюсь, под эту композицию что-то там взорвалось в сериале. Надеюсь, сегодня Полина взорвет каток. Не буквально. Да, удачи, Полина. Это ее дебют на взрослом гран-при. Умница, Полина. Можно уже поздравить с успешным дебютом на взрослой серии Гран-при. Все очень чисто, высокие прыжки, пролетные. Я не знаю, она очень сегодня хорошо каталась. Не видно вообще, что нервничает. Помнишь, как Алина Загитова нервничала? Прям видно было по глазам, что очень страшно. Здесь же это вообще не видно. Абсолютно спокойно, как на тренировке. Юль, я думаю, ты лучше меня знаешь, что с какой бы миной спортсмен ни стоял, с какой бы миной на разминке не выступал, всегда все нервничают. Всегда все нервничают, но бывает степень все-таки катастрофически разная. Титария Георгиевна ее встречает. Ну, можно увидеть, что все довольны прокатом. Сама Полина из Омска приехала с мамой и папой в Москву. Вот мы видим тройной лутц, немного в наклоне полетела плечами в круг. По недокруту вопросов нету. Тулупом все выровняла и получила за это плюсы. Хорошие. Программа необычная задумка, своя идея. Искру, наверное, вышибает. Вспомнил я, как развивался эпизод, в котором звучала эта музыка. Сейчас очень модно брать программу, брать музыку из определенной сферы, то есть неважно, то фильм или еще что-то, и придумывать
свою историю и ставить свою историю просто на красивую музыку. Это не так давно появилась такая идея. Тем более «Игра престолов» — сейчас это часто круто. Используют. Это трендово. Да, трендово, узнаваемо. Ну, главное, чтобы спортсмену подходило и нравилось. Ну, вот двойной аксель. Немножко на прямую ногу, но вопросов не будет, я думаю. Очень высокая фигуристка, вот в профайле значит. Полина очень высокая, она росла просто на глазах. И при этом все равно держит форму. У нее были проблемы со здоровьем, со спиной. Лечила колени тоже, когда начала расти. Все справляется, борется, молодец. Очень много испытаний выпало на 16-летнюю фигуристку. Надеюсь, что с ними она справится. Вот первая как раз проходила на ваших экранах. Надеемся, за него она достойные баллы получит. В юниорах Полина очень высоких результатов добивалась, но, к сожалению, не смогла так выиграть юниорский чемпионат мира. 70,4 балла. Хорошие баллы. Но она может больше набирать. Но для начала, мне кажется, это достойно. Конечно, тем более девчонки открывают первую группу. Тяжело.